Курлык-курлык. Так, спасательная операция. Черепаха. Проблемы с документами. Лежат, обсуждают, кого будут есть сегодня, выбирают. Приехали на рынок. Тут уже шум, гам, никто не хочет сниматься. Вот я снимаю попу носорога. Досмотр на въезде в Масаймара из одного парка в другой. Слоненок нюхает цветочки. Сейчас я запускаю его, да, я парк. Первая остановка из аэропорта. Сейчас купим фрукты. Будем всю дорогу есть. В Конго сказали холера, поэтому будем покупать фрукты здесь, где их еще можно покупать. Вот сразу все. Вообще, смотрите, Кения на самом деле очень красивая страна. Приезжайте все в Кению. What's the name of this? This is yellow fashion, yellow. Yellow fashion. Do you know, okay. Do you know this side? Okay. This color. Thank you. This color. Yellow fashion. Okay, thank you. Что надо купить? Еще манго? Hello. Give me 2 mango, please. How much is it? 50 bucks. Okay, 2 mango. Что, выбрали? Папайю и бананы? Из-за куста выйдет, да, леопард. Почему ты большой? Красавчик. Лежат, обсуждают, кого будут есть сегодня, выбирают. Мы заинтересовали львов, они решили к нам подойти. А, я понял. Они просто, чтобы удачнее получились, стали поближе. Ну, хороши. Молодцы, да? Да. Ну, сколько? 50 метров, наверное, до них? 50-60? Нет, меньше. Вот Масаи Мара парк. В общем, смотрим, снимаем животных. Видели уже практически всех. Слонов только далеко видели. Но осталось нам увидеть только гепарда и носорога. И тогда вообще всех увидим. Ну... Животных снимать я не умею, я особо не знаю, что там снимать, ну как бы ходят и ходят. А так, хотя бы чуть-чуть вам покажем. Вот, наконец-то увидели слонов, вон там в какой-то куче ковыряется один. Малышей нету, а нет, вон есть один малыш. Здесь я видела, вон раз, два, тут самый маленький. Да. Слоненок нюхает цветочки, стоит. Нелегальное пересечение границы Кении и Танзании. Это... Наше любимое занятие. Здесь написано, да? Вот граница, Танзания, Кения. Вот я стою в двух странах одновременно. Машина у нас в Кении, а Алена у нас в Танзании. Досмотр на въезде в Масаи Мара из одного парка в другой. Вот происходит досмотр. Досматривают на наличие слоновой кости, либо каких-то останков диких животных. И, ну, там, как обычно, там взрывчатка, наркотики. Вот. Сейчас все смотрит,
Если у нас ничего нет, то нас пропускают дальше. Вот такие вот рейнджеры. Вот это река Мара, где происходит великая миграция. К сожалению, мы еще не увидели ничего, никого, кто бы мигрировал. Но тем не менее. In the center, center, yeah. Push the button. Yes. Oops. You are set. Okay. Yeah. Да, у нас все нормально, песик, не переживай. Окей. What's the name of this dog? It's called Gavi. А? Gavi. Gavi? Yeah. Gavi. Come here, Gavi. Все, пошел по своим делам. Искать слоновую кость там. По дороге уже на выезд из Масаи-Мары встретили целую стаю слонов. Вот это все слоны. Посчитал, что это. Так, вот я снимаю попу носорога. Это последняя из большой африканской пятерки, которой нам требовалось. Все, маленькие львята. Гепардов не увидели, увидели маленьких львят, подростков. А вон еще одна идет, кошка. Вон та повзрослее. Их вот гоняют буйволы, вот они идут на львов. Вчера был хороший день, но сложный вечер. Приехали на границу в Кении, нас не хотели выпускать из-за того, что у нас проблемы с документами на машину. В итоге через час начали разводить на $300, откупили с полтинником. И поехали дальше, но все это уже закончилось в 12 часу. Не было ни малейших сил. Заехали в Танзанию, заселились в первый попавшийся отель. Вот он такой, буквально 15 километров от границы. Но я обещал, что я приеду в Танзанию утром и закончу процедуру оформления документов, потому что кассир, который должен был принять у нас деньги за дорожный сбор для машины, вчера не было его ночью, вот, и нам пришлось его ждать очень долго. Когда он пришел, он сказал, что он не может принять доллары. Вот, но мы с ним договорились, что я сегодня приду. Сейчас поменяю доллары, скажу, съезжу к нему 15 км на границу, заплачу на налог дорожный, мы сегодня едем дальше. Наша задача сегодня доехать до Бурунди, и также мы посетим озеро Виктория, там искупаемся, отдохнем немножко. Так, спасательная операция, черепаха. Отойди. Мотоцикл. Подожди, не так быстро. Хорошенькая. Гугл. Так, да. Иди, милая. Это я кто? Ее... Это девочка. Ой, она что-то... Я ее кладу. А можно я с ней сфотографирую? Да, больше я животных не спасаю на дороге. В прошлый раз меня хамелеон покусал. Снимай его! Он меня кусает! Он меня кусает! Ах ты собака! Так, ну что, черепаха, давай посмотрим. Дайте интервью, расскажи, как тебя спасали. О, ничего себе какой. Слышишь, да, как шумит? Шипит. Ва, ты че, черепаха? Черепаха, не буянь, я просто хочу тебя снять на видео. Смотри. Активизировался и пошел к девочке. Ну-ка. Давай, ладно, все, беги. Лапки какие у тебя. Оп. Давай, давай. Поднимайся. Оп. Поднялась. Хвостик вытащила, голову вытащила. Черепаха в шоке, что ее спасли. Она, может быть, шла на дорогу специально, чтобы ее задавили. Приехали на рынок. Тут уже шум, гам. Никто не хочет сниматься. Я себя снимаю, себя снимаю. Себя. Это для меня, для меня. Все. Давайте. Где бананы, фрукты, овощи? Чанге банана. Давай смотреть. Картошка. This big banana. I want small banana. Just come. Small banana. Come. Come. Идем. Вот так вот каждый африканский рынок у нас проходит. Дикой этой. Come to take small banana. Давай, small banana. Just to pick up. How much is it?
How much? 2,000. 2,000. 2,000. Just to take this one. 2,000. Hello. Okay. 2,000. За доллар отдаете связку? Доллар? $1. Это все. 2,000. Какие? Немевай. Эми субили панда. Субили панда на ватеде. Эми дым бино. Ой, это столько много. Это парень какой? Нет, давайте на всех тогда возьмем. Давай, дай доллар, пожалуйста. This one is true. Какой эми дым бино? 2,000. Эми дым бино. Человека прямо на дороге с японским флагом. Hello. Hello. How are you? How are you? Where are you from? Japan? Japan. You stroll your bags to where? Round the world walking. World. Walking. Walking. On foot. No car. 32,000. 32,000 kilometers. Walking. Он говорит, 1000 километров прошел. 9 years? 9 лет? I am adventure. Вот Japanese он. Adventure. Pirate adventure. Wow. Oh. Where are you going? From Japan? Japan. Asia? Oh. No. 9 years. 9 лет. Walking, yeah. Where you start? Start Uganda. Uganda. Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda. Goal, Uganda. Lake Victoria. Round the Lake Victoria. Do you need something? Water, food? Do you need? You have? You're Iron Man. Oh. You're really Iron Man. You Facebook. Yes. Facebook, интернет. Yes, yes. Okay. Сейчас он нам даст свой контакт в Фейсбуке. Давайте все его лайкнем там. 32,000 километров. 32,000 километров он гуляет, прошел пешком. Wow. Where from? From Russia. Russia. By car. Oh. This car from Russia. We're going around all Africa. Africa. Please, your name, please. My name? Okay. Please. Давай. Он предложил мне написать свое имя на флаге на японском. Какое место? Давай, найдем какое-нибудь. Вот здесь вот есть местечко пустое. Да. Хотите тоже? Давай. Роман. Королев. Лев они меня все называют. И напишу еще вот так. YouTube. Самара. О. А, you broken. А, окей. Ага. Сломал. Yeah, broken, yeah. Broken. Yeah, самурай. Круто. 32 тысячи километров он пошел пешком. Я поняла это. И он сейчас прилетел в Кению, в Найроби, пройдет вокруг озера Виктория и из Энтебе улетит домой в Токио. Это у него такой прикол путешествия. Стату, Канада. Ага. Канада. 2010, Канада. 2010. Канада, Австралия, Чайна, Монголия, Киргиз, Казахстан, Азербайджан, Джорджия, Туркия, Греция, Италия, Франция, Испания, Португалия. Хорошо. О, Саус Америка, Уругвай, Аргентина, Чили. Last year. Okay, it's a very, very strong. Приехали на паром на переправу. Вон Дастер уже стоит. Купил билет на машину. Это сколько у нас стоит? $3 паром. И сколько-то... 20 центов на человека. Сейчас мы идем. Вот люди отдельно, машины отдельно. Вчера пробили колесо.
приехали в сервис, сейчас будем делать заплатку. У ребят нету ни домкрата, ни ключа, все наше. У них есть только эти, как они называются, резина для заплатки, да? Да. А как же они делают, если они... Все со своим, что ли, приезжают? Наверное, не знаю. Накачали колесо, сейчас будут искать прокол, если это прокол. В этом ящике важные инструменты, без которого никак. Все, замок слетел. Сейчас починят. Какой прикольный жгутик, а? Просто какая-то херь. У них, короче, манометра нету. Они накачали так на глаз. Сейчас мы манометром померяем, сколько они накачали, чтобы не очень много было. А то у этого колеса и так серединка подстерта сильнее, чем обычно, потому что он перекачан немножко был. Все. Давление под... Они накачали, короче, 3,5 атмосферы. А рабочие 1,8. Вот сейчас спустил, все нормально. Сейчас поедем. Окей? How much? How much? $10 за все про все. В таком отеле останавливались. С шикарным ремонтом, в стиле рококо. Внутри лепнина. И всякие канделябры висят. Вот наша тачка. Колесо вроде больше не спускает. Но, правда, дорога немного испортилась. Все, колесо держит. Но дорога, сами видите, стала вот такой. Вот. И вон там вот такая вот дорога, видите? Малейший дождик. И все. Кажись, нам будет тяжеловато. Вот мы в долгожданной Бурунди. Wait. Before to do this one, you just have to have permission. А, окей, конечно. Нет. Все, окей. А сейчас нам померят температуру этим градусником, запишут в журнал, мы поедем вот этим. You have to look at... where do you come from? From Russia. From Russia. Moscow. Moscow. Виза Бурунди. Нет, шафт это... оформлена это немецкая. И шафт погашена. Это печать поставили. Сейчас едем на уже на территорию страны. Будем смотреть, что там в Бурунди, Бургундии в этой происходит. Как ее только уже не исковеркали мы. На самом деле она Бурунди. Приехали в отельчик покушать, пожить. Вот здесь журавли гуляют возле нас. Иди сюда, журавлик. Курлык-курлык. Курлык-курлык. Нет, дай, ладно. Вон тут стрелок распушился. Вот такой отель. Стоит прямо на берегу озера Танганьика. Прекрасная красота, красотища. Вот здесь в кустах бегемоты, они же гипопотамы. Он хрюкает иногда. Вот, между нами дорога. И вот оно, крупнейшее озеро Африки. Танганьика.